Приветствую всех! С вами Марина Хайкова. Сегодня я вам расскажу про стратегию 3000 Оджо, 3000 рефералов. Как с них зарабатывать в пассивном варианте. Итак, начнем. Первый день мы тратим $99. Что сюда входит? Это покупка пакета Premium Plus и покупка первых 300 арендованных рефералов $60. В сумме расход составляет $99. Рефералов можно покупать каждые 3 дня. Следовательно, следующую покупку мы делаем на 4-й день. Нам надо потратить на это на 300 рефералов $60. Наши первые 300 рефералов заработали нам за 3 дня уже $9. Расчет мы берем из того, что 100 рефералов зарабатывает нам $1 в день. Итак, добавляем $51. Наш расход $150. Следующий день, 7-й. Наши 600 рефералов заработали $18. Пора покупать следующих рефералов. Нам надо добавить $42. Итого наш расход составляет на 7-й день $192. Я вам скажу так, что чтобы быстро выйти на хороший доход, надо придерживаться именно этой стратегии. Если вы хотите как-то действовать иначе, пожалуйста, вы рисуете стратегию самостоятельно. Моя рекомендация такая. На 10-й день ваши рефералы заработали уже $27, и чтобы купить следующих, надо добавить всего лишь $33. Расход на данный момент $225. Двигаемся дальше. 13-й день. Наши 1200 рефералов заработали нам $36. Мы добавляем с нашей платежной системы $24, 36 берем с внутреннего, платим $60, покупаем 300 рефералов. Наш расход на данный момент $249. Продолжаем. Следующий день у нас 16-й. Нам уже рефералы заработали $45, уже веселее. Добавить нам надо всего лишь $15. Вот. И на 16-й день наш расход $264. Мы приближаемся к заветной точке, где дальше мы не будем уже тратить свои деньги, а только зарабатывать. Итак, 19-й день. Наши рефералы нам заработали $54. Чтобы купить следующих, нам надо добавить всего лишь $6 из своего кармана. И вот этот момент является уже точкой, когда вы прекращаете доставать деньги из собственного кармана. Итак, $270 расход на 19-й день. У вас куплено 2100 рефералов, и мы двигаемся дальше. 22-й день. Ваши рефералы заработали вам $63. Еще раз повторяю, это система, которая без приглашений рассчитана. То есть это только на том, что вы получаете с арендованных рефералов, которые вы приобретаете в системе. Значит, уже в плюсе у нас $3. Мы их никуда не тратим. Переходим на 25-й день. Рефералы нам приносят уже $72 за 3 дня работы. И мы покупаем рефералов. У нас остается $12. В сумме у нас в загашнике уже $15. Повторяю, мы их пока не тратим, потому что уже скоро конец месяца, и нам надо будет покупать премиум плюс. Напомню, что пакет Premium Plus работает 30 дней. Именно 30 дней, не 31. Потому что многие спрашивают, а чего у нас там дни отнимают? Наши рефералы уже, да, почти уже 3000 рефералов. Нам заработали $81. 60 потратили на рефералов. 21 у нас в загашнике, всего 36. 29-й день. Он такой у нас важный, потому что на этот день наши рефералы нам заработали $30. Мы их добавляем к той сумме, что у нас была уже запасена. И тратим на покупку Premium Plus. Очень важно это сделать на этот день. Даже лучше бы я рекомендовала, если будет получаться, сделать это немножко раньше. Вот. У нас уже, видите, накапливаются деньги. Рефералы нам приносят за оставшиеся 2 дня еще $60, и $27 у нас уже собираются, да, как бы, чтобы двигаться дальше.
Вот такие цифры, вот так все это происходит. Вы дальше можете продолжать дописывать, то есть на 34-й день, я имею в виду дописывать стратегию. 34-й день, у вас уже рефералы вот за 3 дня заработали вам $90. Надо сделать покупку рефералов, потому что они работают один месяц, и вам надо продолжать их докупать в следующем месяце. Вот. И уже видите, $57 у вас остается уже чистого дохода. Мы его потихонечку суммируем, выводим. И работая по этой стратегии, я рекомендую рефералы, с рефералами работать не надо. Не надо их красить, не надо следить, пытаться сделать их работу лучше, потому что система сама это делает за вас. Вот. Но тут я вам скажу в общем, математика дальше простая. Вы за первый месяц вышли на 3000 арендованных рефералов, и далее они вам в месяц приносят 900 тысяч долларов в месяц, а расход у вас в месяц $639. Отсюда вывод, мы получаем зарплату в Оджо минимум в месяц $260. Вот. И это всего лишь за полчаса легкой, непыльной работы. Давайте сравним это с средними зарплатами в вашем городе. Делайте выбор. Если нам по пути, присоединяйтесь к Оджо, следуйте стратегии, зарабатывайте деньги. Реферальная ссылка находится внизу под этой стрелочкой, под этим видео. Контакт мой находится тоже там же. Вы можете связаться в скайпе, задать вопросы. Вот, и делать свою жизнь, ну, как минимум, чуть-чуть легче. Потому что если вас зарплата в $260 не сильно радует, она вам не очень нужна, для кого-то это серьезные деньги. Поэтому я вам рекомендую все-таки этот доход включить в свой бюджет. Еще хочу отдельную благодарность выразить Паше Панчуку. Он помог мне снять этот ролик. Вообще он снимает замечательные ролики. Я рекомендую к нему обращаться и записывать ролики. Его данные тоже находятся под этим видео. Примеры роликов, какие он снимает. Продвигайте себя в интернете, продвигайте свой бизнес в интернете. Делайте уникальные ролики. Вообще выделяйтесь чем-то. Будьте успешны. И делайте это с удовольствием, с радостью. С вами была Марина Хайкова. До связи. Всего доброго.